Гриш, привет. Ай, молодец. Принесла. Кружи, 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 кружи. Ко мне, сиди. Ко мне. Ай, молодец. Через 3-4 после того, как проснусь. Рецепт смузи почти всегда у меня одинаковый. Это банан, половинка авокадо, веганский протеин, хлорелла. Я не знаю, может быть, кто-то.
кто-то слышал, я вообще их миксую. Иногда пью хлореллу, иногда спирулину. Это вообще очень полезно, вы можете побольше почитать. Это там классно для женщин в плане волос, ногтей, кожи. Вот, это в принципе 1000 микро-макроэлементов, витаминов и все тому подобное. И мое любимое молоко. Иногда еще добавляю арахисовую пасту, но если ее употреблять каждый день, то это довольно вредно, потому что, насколько я знаю, она способствует размножению грибков в организме. Так что надо быть осторожней. Так, на изготовление смузи у нас уходит 1 ложка. 2 ложка. 3 ложка. И без арахисовой пасты так было бы 4 ложки. И мой вечный друг, которого я везла с собой из Москвы. На самом деле им гораздо удобнее все делать, чем в блендере, и проще мыть. В Москве у меня был стационарный блендер, и все равно я все делала им. Так, что сегодня было в планах? У нас гостил друг. Вот, он уехал, и я просто мечтаю о генеральной уборке, которую я сегодня собираюсь осуществить. Вот, в общем, допью сейчас смузи и буду всем заниматься. Все, меня можно поздравить, я убралась, мечтала об этом моменте. И вот, кстати, забавно, замечала за собой, что вот я отдраю всю квартиру, там, помою полы и так далее. И это какая-то приятная усталость, и будто энергии даже наоборот больше. Я вообще очень люблю, когда порядок, люблю убираться гораздо больше, чем готовить. Вот, и никогда не могу начать заниматься делами, пока вот не увижу чистоту дома. Не знаю, здоровая ли это какая-то история, но как есть. Какие у нас тут были апдейты? Вот на днях у меня улетает муж,
Я еще постоянно его называю муж, но его зовут Давид. Вот, в общем, он улетает там со своими друзьями ненадолго в Лондон, поэтому у меня будет возможность побыть дома одной, ну вот, кроме этой принцессы, чему я очень рада. Долго не оставалась вот сама с собой, поэтому надеюсь, это будет хорошей такой перезагрузкой. Но при этом, наверное, в конце недели заедет мой старший брат. Мы с ним давно не виделись вместе с женой. Вот останутся тут на день, наверное. Вот, рада его буду увидеть. Очень соскучилась, так что вот, надеюсь, все будет в порядке. И последнее, это я завтра иду красить волосы. Как думаете, в какой цвет? Ой, на самом деле, без каких-то экспериментов, у меня просто ощущение, что волосы выгорели, потому что я люблю вот находиться на солнце, плюс я была на море, вот, и почему они стали какие-то совсем коричневые, поэтому протонирую их, скорее всего, на пару тонов темнее. Я специально ждала хороший лунный день, надеюсь, он меня не подведет. Вот, так что до завтра, встретимся, не знаю, в салоне или уже с новым цветом волос. Ну все, я покрасилась. Вообще мне очень нравится. Но мастер сказала, что где-то два раза я помою голову, станет немножко светлее. Но я думаю, что будет супер. Непривычно. И еще мне порекомендовали купить шампунь для окрашенных волос. Вот такой. И так как я мою голову где-то раз в 4-5 дней, то лучше не кондиционер, а маска. И выглядит она вот так. Если вдруг кому-то будет полезно, интересно. Напишите в комментариях, как вам. И, наверное, будем на этом заканчивать. Спасибо вам огромное за просмотр. И до новых встреч!